за шум? Пап, куда ты собрался? Мне нужно уехать по делам. Ты остаешься за главного. Так, а где моя сумка? Вроде только что была здесь. Пап, так вот она. Я ушел, скоро вернусь. Теперь можно делать все, что угодно. Нет, так нельзя, надо его поймать. Пора навести порядок. Теперь надо подождать. Кто же там? А, так вот кто это был. Сень, я пришел. Пап, тут такое было. А почему ты так одет? Представляешь, я думал, в доме призрак, а это оказался наш котик. Наш кот ведь у бабушки. Ты чего?